Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня еще одну возможность собраться, чтобы рассуждать над Словом Божьим. Потому что через это Слово мы получили все, что мы на сегодняшний день имеем. Я имею в виду с духовной стороны, со стороны нашего спасения. И если учесть, что Слово Господне напоминает нам, чтобы мы исследовали Писание, не просто читали. Знаете, одно дело читать, а другое дело исследовать. Священное Писание вообще не говорит «читайте», а исследуйте Писание. Ибо вы через них думаете иметь что? Жизнь вечную. Потому что они свидетельствуют о мне. Вот почему нам важно не просто читать, а исследовать. Потому что если просто читать и основываться на одном месте Писания, не сравнивать тексты многоразличные на ту же самую тему, мы можем уйти далеко в сторону и неправильно понимать вещи. Я, наверное, когда-то вам говорил, что перевод – это творческая работа. И вот наша русская Библия, она была не Моисею продиктована. Моисею Писание было продиктовано на гебрайском, на древнееврейском языке. И потом переводчики переводили ее на различные языки мира. А перевод, он всегда что-то упускает. Нельзя дословно перевести все. Поэтому очень важно при переводе тоже быть духовным и понимать, что Господь хочет сказать. И Господь так мудро все построил, что на один и тот же вопрос, одна и та же тема, в различных вариантах, она дублируется многократно. И когда мы сравним все тексты Писания на одну и ту же тему, то мы таким образом видим полноту истины, которую Бог нам хочет сказать. Что может быть упущено, как-нибудь в одном тексте. И поэтому, если Господь многократно повторяет одно и то же, то вы практически никогда не найдете, чтобы все было буковку-буковку. Смысл один и тот же. Евангелисты передают одно и то же событие, но различными словами, а совмещая все вместе. Смотря на все тексты Писания на одну и ту же самую тему, мы имеем некоторую полноту понимания того или другого текста. Вот почему написано «исследуйте». Если только будете просто читать. Почему сегодня новообращенным трудно понимать Библию? Потому что они не знают ничего. Ну как ничего? Наверное, ничего-то не совсем правильно, но не знают Писания. И им не с чем сравнивать. Они взяли один текст, вот они эту и знают. И говорят, рассуждают, и концы с концами не сходятся. Потому что только один текст. А их на эту тему бывает довольно много. А когда у человека раз прочитал Библию, два, да знает на память, тогда Духу Святому есть чем работать в разуме и в сердце человека. Вот вы знаете, что проповедники, которые более-менее говорят, ну как, сильно или не сильно, не знаю, как это назвать, они обычно знают Библию и знают на память. Я еще раз повторяю то, что не один раз говорил. Когда вы имеете Библию, только написано вы можете прочитать, но вы не держите в памяти это и не помните, то это не ваша Библия. Вы все равно ею не воспользуетесь. Но оно написано, может, когда-нибудь вы будете читать и прочитаете, и это надо будет. Но вот в данный момент я могу пользоваться только тем, что у меня есть в памяти, в сердце. А остальное я не могу пользоваться тем, хотя оно написано здесь. Поэтому, во-первых, написано, да не вступает книга закона сего, сколько времени от тебя.
день и ночь, то есть поучайся, читай, и что еще? И исследуй. Исследуй, а разбирайся, что в ней написано. Ну, допустим, если почитайся только один текст, кто говорит, не возненавидит отца своего и матери, идет за мной, недостоин меня. Ну, возьмите вы только этот один текст. Что вы можете сказать? Что Бог учит ненавидеть родителей, правда? Но вы имеете другие тексты, которые в этом отношении расширяют познание. Вот почему мы никогда не основываемся на одном тексте Писания, а исследуем. А вот здешние были благомышленнее фессалоникийских. Они вот каждый день со всяким усердием разбирали. Что они разбирали? Точно ли это так? Поэтому, если мы знаем Писание или имеем запас, то мы сможем разобраться в том, что нам говорят. Точно это так или не совсем точно? Вот почему мы в прошлый раз очень много говорили о важной теме Евангелия или важном аспекте нашего спасения, о воскрешении мертвых. Это сам был великий соблазн в самом начале проповеди Евангелия. Все могли принимать. Но как только доходило до воскрешения мертвых, то говорили, ну, об этом мы тебя в другое время послушаем. То есть уже у тебя в голове не то, что надо. Раз ты уже начал про воскрешение мертвых, а между тем, это, так сказать, ну, самая, одна из важнейших частей Библии. Ведь, по сути дела, Христос и грехи наши взял на себя, и немощи, и болезни, и умер за нас. Для чего? Чтобы мы имели воскрешение. А если изъять воскрешение и не верить ему, то вы помните, мы читали в прошлый раз, это Павел говорил так в 32 стихе 15 главы, он говорил так, то станем есть и пить, ибо завтра умрем. То есть некоторые говорили, что нет воскрешения мертвых. И Павел доказывал, что если вы не верите в воскрешение мертвых, говорит, зачем вы тогда креститесь? Зачем вы тогда поверовали? Зачем вы тогда терпите лишение? Тогда вы самые неразумные люди. Тогда живите по принципу, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Ну, если завтра умрем, а воскрешения мертвых нету, то закопали и нету. Тогда какой смысл о чем-то говорить? Тогда вообще и смысла нет. Тогда будем есть и пить. Будем воровать, но не попадаться. Будем прелюбодействовать, что, чтобы никто не видел. А все, может, воскрешения мертвых нету и суда не будет. Тогда к чему это все? И потому вот те люди, которые не верят в воскрешение мертвых, кем бы они ни являлись, верующие или неверующие, у них нет стимула к святой жизни. Для чего? Когда хватай чем побольше, пользуйся. А когда мы знаем, что будет суд и воскрешение мертвых есть, тогда уже совсем другой вопрос. Помните, некто поэт, вы, наверное, в школе, училище помните, но есть и Божий суд на перстнике разврата. Помните, есть грозный суд, он ждет, он ненавистен звону златы, и мысли дела он знает наперед и так далее. Там на смерть поэта я уже не говорю. Вот так или иначе, если люди верят в воскрешение мертвых, то у них есть какая-то есть надежда. Если этого нет, значит нет. И Павел здесь 33 стихом говорит так. Не просто, вот он, следующая мысль его, он доказывал, что есть воскрешение мертвых. Опровергал тех, которые говорят, что нету его. И дальше он говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. И следующий, 34 стих. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Он связал это с неверием в то, что есть жизнь, есть воскрешение мертвых. Говорит, не обманывайтесь, оно есть воскрешение мертвых, не грешите.
Потому к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога. Что он имел в виду? Не знают Бога, не живут по Писанию. Знать Бога, это значит иметь одно с ним сердце, одни мысли, одно направление. Но на земле есть немало людей, которые верят, что есть Бог, но они живут так, как будто его нету. Потому что они его не знают. Они не знают его характера, они не знают его принципов, да и вообще не хотят знать. Потому что это принципы не плотские, и человеку плотскому очень трудно жить так, как Бог хочет. Поэтому Павел делает такой вывод из своих рассуждений или доказательств, что не обманывайтесь, потому что есть воскресение мертвых. И потом отрезвитесь. Не будьте пьяны от этой мысли, что ничего нет за гробом, закопали, ничего нету. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Вы знаете, что пьяный человек, говорят, пьяному море по колено, да? Он ничего не боится, он вообще, ему ничего не стоит какой-то поступок такой опрометчивый, потому что он пьяный. У него нет трезвости ума. То вот здесь то же самое, и апостол Павел говорит тем людям, которые говорят, что нет воскрешения мертвых. Отрезвитесь. Кто-то вас напоил вот этим ядом, который повредил ваш разум, и вы уверены и доказываете, что нет воскрешения мертвых. Следующее, на что я обращаю внимание, то 35 стих той же самой 15 главы. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Вот когда люди не знают, как это может произойти, то у них понятие складывается, что если я не понимаю, как это будет, то его и не может быть. И Павел говорит, что ну скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Ну, это же не ваше дело. Если вы своим разумом не можете дойти, как они могут воскреснуть? Или как может Бог сохранить этот прах, что именно твой? Это ж не значит, что его уровень разума такой, как твой. И он очень сильно убеждает, как воскреснут мертвые. И в каком теле придут? Безрассудны. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Вот одна из деталей важных, вот именно этой темы и этого рассуждения. В чем она заключается? Они говорят, потому что вот это, как воскреснут мертвые? То есть это вопрос с той целью поставленный, чтобы доказать, что нет этого воскрешения. Или в каком теле придут? Это с той же самой целью. Если ты мне не расскажешь, в каком теле придут, то значит, я тогда, ну, не могу поверить, что оно будет. И Павел говорит, просто безрассудный. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. Вот закон. Это очень важный закон. Я на что обращаю внимание? Что сегодня бытует такое мнение, что Бог даст новые тела, но не совсем не будут восстановлены из этого праха. Это сгниет и все исчезло. Это будет совершенно новое. То тогда, если это так, то нельзя назвать воскрешением. Это надо назвать чем-то другим словом. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Если то есть вот тело, которое мы получим, не будет восстановлено из праха, который сегодня мы отправляемся, тогда и нет воскрешения. Другое тело, это не означает воскрешение. А когда мы говорим воскрешение, то оно означает, что оно было мертвым, а потом ожило, вот тогда будет воскрешение. А если я чего не понимаю, что то, что сгнило, сгнило, а Бог даст мне другое тело, то это уж не воскрешение. Тогда уже надо более говорить о первовоплощении. То есть совершенно другое.
И тогда другие нити тянутся. Поэтому здесь Павел, когда говорит, он безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. А жить может только то, что умерло. А если оно не умирало, то даже возникло что-то новое, которого никогда не было. Это будет правильно. Но если мы говорим, воскреснет или оживет, значит, начало было материальной стороне человека положено. Умер, а потом воскрес. И когда мы читаем Священное Писание, я немножко на этой теме останавливаюсь, потому что это довольно распространенное мнение. И вы помните, что когда Иисус Христос воскрес, у Него было новое тело, правда? Оно не знало материальных преград, Он очень легко и просто мог проходить сквозь стены, но когда женщины первые пришли, и вот это чудо воскрешения они первые увидели, не сам факт, а то, что Иисус воскрес, гробница была пустая, то там было тело или нет? Там тела не было. Там были одни пелены лежащие. То есть в это новое тело, в котором Иисус воскрес, оно было преобразовано из того, которое было, в котором Он во плоти находился. Там тела не было. Или говорят, не все мы умрем, но все изменимся. Помните? Что это значит? Это не значит, что когда будет восхищение, то горы трупов будут валяться, верующих, а самих их нету. Это ж не будет ни их души или духа, и не будет тела, оно будет преобразовано. И об этом Священное Писание неоднократно говорит. Он говорит, это смертное тело наше, помните, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Какое тело? Это наше смертное тело. Для нас, конечно, сегодня очень трудно, но как это может быть? Кого-то сожгли, кого-то там где-то расчленили. Но вы знаете, но я думаю, что для Бога нет никаких проблем с этими вопросами. Абсолютно. Это для нас, для нашего потенциала или на нашем уровне науки, это кажется, ну, вообще неудобовразумительное. Но не для Бога. Для Него все просто. Безрассудны. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Вот этот закон очень важен для нас. Вы знаете, с какой точки зрения? Если мы на земле не умрем для греха, то мы и не воскреснем для новой жизни. Это закон такой. Вы помните, Христос говорил о себе. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то что? То останется одно. А если умрет, то что будет? То принесет много плода. Ведь, по сути дела, духовная жизнь в этом сравнении должна рассматриваться нами. Если зерно падает в землю, скажите, вы его в конце жатвы найдете, зерно, или нет? А если оно крупное, допустим, картошка, то иногда только скорлупа остается, правда? Одна скорлупа остается. А вся та жизнь, которая была в ней, она передана новому растению. И оно родит не одну картошку, и даже половинку мы разрезаем. А сколько? Ну, вы знаете, и 10 бывает, и 15, и больше. Но если эта картошка осталась бы в вашем подвале, то, во-первых, да и одна не осталась бы. Она бы сгнила, вообще ничего не было бы. Ведь приходит время, это все ветшает. И вот это принцип, если не умрешь для себя, то никому пользы не принесешь, никому не принесешь плода. И апостол Павел на этот принцип обращает особое внимание.
А если бы апостол Павел, он неоднократно об этом говорит. Он говорил так, что Бог судил нам быть как бы приговоренными к смерти. Помните? Что имелось в виду, как бы приговоренными к смерти? То есть он для себя не жил. И если он что-то для себя и имел, только для того, чтобы иметь силу и другим отдать то, что он имел. И если бы в действительности он не приговорил себя к смерти, он никогда не был бы в тех переделках, в которых он был. Он мог бы их избежать. И тогда Бог не мог бы явить своей славы. Он тогда, может быть, в темнице не был бы. Может быть, не боролся со зверами в Ефесе. Помните, мы недавно читали? Говорят, если нет воскресения, то что мне было там воевать с ними? Я бы быстренько раз-раз сказал бы, я римский гражданин, объявил бы, и хочу дело иметь с римской властью, пожалуйста, бейте. И все, и точка. Сказал бы, что я вот так сказал, но я думал другое совершенно. И выкрутился, и пошел бы. Но тогда Бог своей славы не явил бы. Или помните Шадрах, Месах и Абеднего, которые в печь пошли? Они себя приговорили к смерти. Мне сказали, а если даже и не так, если даже мы умрем, сгорим, то все равно, царь, мы твоему истукану поклоняться не будем. Человек, который себя к смерти не приговорил, он не пойдет в честные обстоятельства, потому что он хочет жить. Но мы знаем одну истину, что у Бога на нашу жизнь есть конкретное время отведено. И если мы идем за Ним, исполняем волю Его, то куда бы мы ни попали, ничего с нами не случится. Мы не умрем, потому что Бог для нас, для нашего перехода назначил определенный день. И Давид говорил так, что в твоей книге записаны все дни мои, когда еще ни одного из них не было. Помните? Поэтому, если человек себя не приговорил к смерти, он просто-напросто в некоторых случаях не сможет исполнить волю Божию. А не исполнивши волю Божию, значит, уже отступник, уже не сделал то, что надо. Уже дьяволу есть шанс угрызать. Ага, вот ты там не сделал, там не сделал. Вот Бог тебе говорил, а ты побоялся, не захотел. Поэтому все мужи Божии, которые хотели исполнить волю Божию, они хорошо знали этот принцип. Когда ты, говоришь, садишься строить башню, помните это местописание, то издержки вычисли. И там есть такой, даже в самой жизни, вот это могут быть такие издержки. Однажды в определенный момент, может быть, придется отдать жизнь за Христа. И люди, которые этого не могли делать, они терпели очень большой ущерб жизни. Потому что не хватило мужества умереть за Христа. И они после жили, но это были несчастные люди, потому что они понимали, что они не устояли. И мы должны это помнить, потому что Писание так говорит, что кожа за кожу, а за жизнь человек отдаст что? Все. И поэтому, когда начинаешь строить дом или строить башню, вычисли издержки, сумеешь ли ты? И в чем это заключается? Сам по себе человек, естественно, наверное, не наверное, а то, что -то он не сможет сделать. Но еще он понимает, что для успешного пути это надо сделать во имя Господа, то он это сделает. Он будет готов к различным периодам своей жизни. Вы помните откровение одной из церквей из Откровения Иоанна? Будь верен до смерти, и что? И дам тебе венец жизни. Поэтому здесь Павел на это обращает внимание –
И 37 стих говорит так: «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». И вот это тоже вот истина. Говорит, а в каком теле придет? И апостол Павел здесь говорит, что это не твое дело. Бог дает ему тело. Ты, говорит, когда сеешь, то ты и можешь только сделать что? Посеять зерно какое-то в землю. И все, что ты можешь сделать. И ты больше ничего не можешь делать. И вы помните вот эту притчу, когда, говорит, человек посеял зерно в землю, закрыл его и пошел спит, правда? Он, говорит, не знает, как оно растет. А Бог производит сначала зелень, потом колос, а потом зерно в колосе. Вы помните это место Писания? И в самом деле это так. Земледельца труд очень тяжелый. И вы все пережили в некоторой мере этот труд. Хотя вообще-то, что мы можем сделать? Распахать почву, подготовить ее и положить зерно. Все, все. Ну, вы скажете, надо еще окучивать. Это тоже надо. Но мы хорошо понимаем, что ну, растет оно не нашими усилиями. Мы не знаем, как оно растет. Мы не знаем, как оно растет. Иногда даже недовольны. Знаете, почему недовольны? Я немножко уже перевожу на нашу сферу, на христианский духовный возраст. Когда мы видим людей, по сути дела, человек, который покаялся, это пока что еще голое зерно, которое посеяно. И все. И наше дело поливать, ну что поливать, питать Словом Божьим, учить. А растит-то Бог все равно. И растит каждого, как Он хочет. Вот даже в ваших семьях ваши дети, они не стали теми, кем вы хотели бы, чтобы они были. Ну нет же, правда? Вот кто-то хотел бы, ну, он чем был бы? А он чем? Чтобы она чем была? А она чем стала? Почему? Я имею в виду христианскую жизнь. Потому что Бог дает тело. Он дает склонности, закладывает. И Он растит. И написано, мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Помните это место Писания? А строит-то Бог. И поэтому в нашей жизни, мы должны это отметить, мы бы хотели, если мы родители, чтобы дети сразу росли, и зерно нам давали, правда? Они зелень дают, они дают солому, они дают колосья, а уже там где-то в конце только зерно. Мы говорим, ну как это так? Ну, что они такие есть у нас? Значит, ничего необыкновенного нет. Сначала зелень, стебель, что еще? Колос пустой, а потом уже зерно. Так же и с новообращенными. Нам хочется, чтобы сразу было зерно. Может быть, с некоторой точки зрения и сразу есть какое-то зерно. Но покуда не вырастут, там всего хватит. Но Бог растит. Он это делает. И без этого ничего не бывает. И поэтому апостол Павел на эту тему здесь и говорит немало. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее. Потому что ты вообще не знаешь, какое оно будет. Приблизительно знаешь. Вот даже любое дерево. Если мы даже знаем, какого плод, какого дерева, то мы все равно не представляем, какое это будет дерево. Оно одно на другое не похоже, правда? Вот сколько в вашем саду есть деревьев, яблонь, и они не одна в одну. Но яблони, да? Но они разные.
И по росту могут быть по высоте, и крона разная, и вы ничего не найдете одинакового. Много общего, но они не одинаковые. Потому и здесь Писание говорит, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. И мы это знаем из опыта нашей жизни. Плоть, мясо, но кто-то любит курятину, а кто-то любит свинину, правда? Ну, вроде бы, ну, мясо, да и мясо, что тебе еще убирать и ешь? Ну, однако же нет. Разная плоть. И здесь Господь говорит, как пример для нас, и мы тоже люди, и вроде и плоть наша одинакова. Но как трудно сегодня, медики знают, заменять органы тела одного человека к другому. Только свое. Если это ближайшие родственники, то там проблем меньше. Но если это здоровые органы тела, то мы же все люди. И какая реакция отторжения? Подавляют иммунитет и так далее, и так далее. Что-то добиваются, но не мое. И кажется, ну как не мое? Ну мы же человеки. Если бы, допустим, там, ну, какой-нибудь лошади сердце человеку приживляли, ну, то понятно. Но человек, от человека к человеку, им все равно разные тела у нас. В группе крови разные и так далее, и так далее. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. И есть тела небесные, и есть тела земные. Вот, оказывается, вот прямым текстом апостол Павел говорит, что вот это тело, которое мы имеем, это совсем не значит, что вообще и вселенная, если там есть такое же тело, как у нас. Абсолютно нет. Говорит, есть тела небесные и есть тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. И наши сегодня земные тела, наша цивилизация, она, так сказать, на самом низком уровне по сравнению с другими, потому что грех здесь царствует. Люди больные грехом. И я не раз говорил, где-то человек свой потенциал использует 0,1 или, наверное, 0,01% всего лишь на всего. И разума, и физических сил, и так далее. И это считается, это вундеркинды. Они обладают вот этой 0,1%. Или 0,01, не помню точно. Но вы знаете, что и это тоже очень мало. Если даже 0,01%, то тоже очень мало. Вот по сравнению с тем, что Бог заложил человека. Потому что мы больные грехом. Мы больные грехом. И грех не дает возможности прогрессировать. Иная слава солнца. Иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разница в славе. Ну, что мы можем об этом говорить, если мы эти звезды видим вот так вот и маленькими-маленькими? Что о них мы можем говорить, о их славе? Вообще, это для нас что-то недоступное, где-то ученые там что-то догадываются. А на самом деле то никто не знает, что это за энергия, что это за материя, как они светятся. Но Библия говорит, что есть у них слава. Вот отсюда мы и знаем, что они тоже разные, у них слава своя есть. А какая? А? Мы сами с собой не разберемся здесь, тем более мы не разберемся. Там, говорят, за миллионы световых лет от нас расположены на расстоянии эти звезды. Что мы можем о них знать? Но Священное Писание и о них несколько говорит. И вот основная мысль, 42 стих. Так и при воскрешении мертвых
сеется в тлении, восстает в нетлении. Вот и все. Сеется в тлении, а восстает в нетлении. Когда мы говорим «тление», мы совершенно не можем иметь в виду наш дух. Дух наш сотворен вечным и никогда не умирает, и не может умереть. И когда мы говорим «смерть духовная», «смерть духа», то имеем в виду разделение с Богом. Ведь, по сути дела, смерть – это разделение нашего духа с телом. Смерть – это явление. Там споры, что-то, личность или явление, но я спорить не буду на эту тему. Что-то, личность. Ну, естественно, что ангел приходит, забирает душу. Но сама смерть – это явление. Это разделение нашего духа с телом. Он говорит, тело без духа какое? Мертво. Вы помните первые странички Библии? Вот как человек был сотворен. И говорит, создал Господь Бог человека из праха земного. Потому что он сделал? Вдунул в него дыхание жизни. Или другими словами, вщалил дух человеческий сотворенный. И стал человек душой живой. Стал жить. Стал мыслить, двигаться, чувствовать холод, тепло, радоваться, огорчаться. Как только разделяется дух с телом, тело становится мертвым. А для духа нашего смерть – это разделение вечное с Богом, с источником жизни. Вы помните, это смерть вторая. Что, как там названо? Говорит, были брошены эти души или духи в озеро огненное, горящее огнем и серою, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это смерть вторая. То есть, почему смерть? Разделение с Богом. Здесь в нашей жизни смерть, разделение духа с телом. В отношении духа это разделение с Богом, с источником жизни. Вот смерть вторая. Так и при воскрешении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Вот такой вот для нашей жизни земной, это парадокс. Для жизни духовной, учитывая, что есть Господь и другая сфера жизни, это нормальное явление. Сеется в уничижении. Когда сеется тело в уничижении? Ну, вы знаете, что значит посеять? Это значит открыть землю и положить туда. Закопали. Какая может быть слава, когда оно старое, болезнями израненное, некрасивое, и в конце концов оно будет посеяно. А после восстанет Духом Святым, власть Божией в славе. Вы помните тело Иисуса Христа, израненное, избитое. И нам сегодня очень трудно представить, какое оно было. Сегодня люди пытаются это сделать. Но думаю, что никто так и не смог вообразить себе, какое оно было. И для людей это был позор. Для людей слава. Самому распинать и бить. А быть распятому – это позор. Почему мы говорим, что Иисус Христос умер на Голгофском кресте? Мы часто говорим «позорной смертью». Потому что это самая была такая смерть позорная на кресте. Самых отъявленных преступников казнили так. Но восстал в славе. Почему? Потому что именно вот таким тело делает грех, делают болезни. И когда Бог его восстанавливает, то он показывает победу свою над смертью. Наверное, очень редко люди умирают молодыми или красивыми.
Но если даже эту катастрофу какая-то, то опять где-то какое-то уродство уже есть, правда? Это уже ж не является вот таким красивеньким. Потому принцип, и, наверное, для нас сегодня это очень важно, чтобы мы это понимали. И не думали, что наши немощи, это что такое, ну, особое наказание или... Ну, так написано. И тем более, для Господа очень важно, что... Когда человек в этой немощи благодарит Бога и понимает, что это к его славе. Конечно, если мы болеем, если нам трудно, и мы ропщим, хнычем, то какая Богу может быть слава от этого? Ведь вся цель дьявола – сломить болезнями, сломить смущениями, чтобы человек перестал благодарить Бога. Но если он это все сделал, но человек даже на смертном одре, вот такой часто жестокой болезни, он понимает Бога и благодарит Его, это и есть победа. Если этого нет, это не победа. Почему? Потому что это говорит о чем? Что дьявол достиг своей цели. Он хочет, чтобы роптали, чтобы были недовольны, чтобы обижались на Бога, чтобы сомневались в Его любви. И если он этого достигает, это его победа. Если при всех трудных условиях мы благодарим Бога, я понимаю хорошо, что когда больно, то, наверное, мы не за боль благодарим Бога, а за то, что понимаем, что тут надо. Это для испытания, это для очищения нашего. Я не думаю, что кто-то именно за то, что ему очень больно сильно, он Бога благодарит. Наверное, он понимает нечто большее, он понимает места Писания, которые записаны, что многими скорбями надлежит вам войти куда? Царствие Божие, Царство Небесное. И мы, понимая эти вещи, благодарим Бога. А вообще-то, если так говорить, вы знаете что? Наверное, надо и за боль благодарить Бога. Я вам рассказывал недавно, когда в Америке где-то года в три родители обнаружили девушку, у которой абсолютно никакой боли не чувствует. И обнаружили когда? Когда она положила свою руку где-то там на плитку включенную и стала гореть, она спокойно сидит. И потом оказалось, она боли не чувствует. Абсолютно никакой боли. И они в панике. Вы поняли меня, что я говорю? Вот даже то для нас противная, страшная боль, это есть некая милость Божья, чтобы мы могли хранить сами себя. Они говорят, сейчас от нее не отходят ни на шаг. Но она же порежется, она же боли не чувствует. Она может сесть у кипяток и себе спокойно сидит, она боли не чувствует. Поэтому даже за боль надо благодарить Бога. Ну, конечно, вы скажете, если бы ты так поболел, как я, ты так не говорил бы. Может и так. Но я не имею в виду вот то, что мы сегодня переживаем. Я имею в виду саму причину, почему Бог ее допустил, эту боль. Это же для того, чтобы мы убегали от опасности. И сегодня, наверное, мы тоже переживаем, когда наши дети страдают от какой-то боли. Но это семья страдает от того, что их дочка вообще никакой боли не испытывает, не знает, что это такое. Мы не знаем, как она будет жить. Понимаете, насколько все-таки вот серьезно за некоторые вещи, за которые мы вроде бы по сущности ропщим, но если уникнуть в сам смысл того, что происходит, то надо благодарить Бога. А, наверное... Вообще мы болели, и как хорошо, что, может быть, где-то однажды обнаружили, что что-то болит у нас в боку, правда? И вовремя аппендицит вырезали, пошли к врачам, вырезали. Живем? А если бы мы жили, оно болит, а мы не знаем, лопнул, и умираем, не знаем от чего? Как этому человеку помочь? Вы знаете, на что врачи часто ориентируются? Большинство говорят, что тебе болит, правда? И это для них признак искать
чтобы помочь, где тебе болит. Но мы-то идем, чтобы освободиться от боли, а им очень важно, чтобы болело. Потому что если не болит, то ты же ничего не можешь рассказать ему. Ну, правда, наверное, опытный врач, он и по глазам увидит. Но опять-таки, это уже с опыта взято. Это уже взято с опыта. Что вот если там, допустим, желтые стали зрачки, ага, уже желтухами, так в простонародье называют, гепатит инфекционный, может, я и ошибся, я не очень-то часто болел этими болезнями, слава Богу, но, тем не менее, они уже ориентируют, потому что через их руки прошли много людей с этими болезнями. Боль. Это просто отклонение немножко было. Я просто хотел сказать, что все то, что нам кажется неприятным, оно заставляет нас думать и искать выхода. Или, допустим, в жизни вашей, может, кого-то был, может, будет. Вот выходит, чувствуете, депрессия какая-то, правда? Вот хожу-хожу, что-то гнетет, что-то угнетает. Что это значит? Это значит, что с духовным человеком что-то не в порядке. А представьте себе, что этой реакции нет. Выходите, радуетесь, а радоваться-то нечего. Или совесть судит. Вы знаете, она очень тяжело судит. И люди стараются заглушить голос совести, чтобы она не судила. Они разные методы используют. Но это хорошо. Если мы внимательны, мы тогда ищем, что у нас, где непорядок в духовной жизни. И находим, и избавляемся. Потому что пришли вот такие моменты неприятные, которые не хотелось, чтобы были, но они пришли в нашу жизнь. И, как правило, это неприятные моменты всегда. Вот когда нам радостно, мы никогда не ищем причины, почему нам радостно, правда? Мы просто радуемся и не думаем. Вот когда-нибудь кто-нибудь думал, вот мне радостно стало. Но, может быть, было скорбь, потом стало радостно. То вы уже думаете, почему-то так поменялось все. Или когда к Господу пришли. А вообще-то, когда радуемся, мы или видим, или мы просто не думаем. А вот когда боль, когда скорбь, мы тогда начинаем думать, потому что надо выходить из данной обстановки. Поэтому вот все эти неприятные явления в нашей жизни, если смотреть глазами Божиими, то они вообще нам очень нужны. И без них нам было бы очень плохо. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, а восстает тело духовное. Смотрите. И мне кажется, ничего удивительного здесь нету. И для Бога это все очень просто. Вы знаете почему? Потому что все-таки первой была не материя, а был дух. Правда? Духовный мир, невидимый мир. Вы помните, что Библия говорит о сотворении нашего мира материального? Что из невидимого произошло какое? Видимое. То какая проблема для Бога наоборот сделать, из видимого сделать невидимое? Да даже мы это замечаем. Когда, допустим, ходил человек, потом распался, и лет через 50-60 откопается, часто бывает на старых кладбищах так, там уже ничего нету. Оно все стало таким же, как окружающее все. Но эти атомы, они как-то Богом помечены. Конечно, там речь идет не о духовном мире, вот тот тех, который я скажу. Но он говорит о том, что Бог печать какую-то ложит. Он говорит, ставит печать на чело каждого человека, помните? Он ставит свою печать. Мы все под контролем. И ничего лишнего у нас не может быть. Если уже это лишнее, то мы уже больные. Вот почему Бог так строго следит за всем.
Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. А так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живущей. А последний Адам, дух животворящий. То есть вот это одно из имен Иисуса Христа. Последний Адам. Смотрите, как интересно написано. Первый человек, Адам, стал душою живущую. А последний Адам есть дух животворящий. Стал человек душою живою. И что он после греха стал делать? Стал умирать. Это первый человек, первый Адам. А последний Адам, а дух животворящий, животворит то, что умирает. И дает надежду на жизнь вечную через воскрешение. И этот последний Адам, Господь Иисус Христос. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Знаете, как интересно, немножко неудобно разумительно. Ведь первый-то Бог был как дух, правда? Но когда дело касается человека, то сначала идет материальное или душевное. И создал Господь Бог человека из праха земного. Вот почему у Иова вы найдете написанные слова, ибо основание их есть прах. Материя, физический человек. И когда Бог сотворил физическое человека, тело его, то следующий этап, дух вселил туда. А основание уже было, куда вселить. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. Вот почему мы можем вспомнить еще один текст Писания. Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть Дух. Рожденный от плоти проповедь есть плоть. И поплакать можем, и порадоваться. Мы умеем друг друга разжалобить, чтобы плакать, но ничего не меняется внутри. Вы поняли меня, что я говорю? Но может быть очень простая проповедь. Слово Божие. И оно очень глубоко западает в душу и меняет человека, потому что это не плоть. Потому есть плотские люди и духовные, плотские верующие и духовные, плотские проповедники и духовные и так далее. И одних любят слушать, и других любят слушать. Кому что? Какой человек есть, к такому он и прилепляется. И вы это, наверное, знаете. У нас могут быть свои кланы, и в церкви тоже. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но сначала вынуждены, должны носить образ перстного. Чтобы, находясь в этом перстном человеке, научились ценить небесным в этой борьбе и увидели разницу, где добро, где зло. Чтобы научились в этой плоти, где живет грех, каждый день отвергать зло и грех и жить для Господа. И для этой шлифовки даже не надо плохих соседей. Самый плохой сосед – это наша плоть, которая постоянно с нами, и никуда от него не денешься. Куда бы ты ни пошел, и он висит. Я говорю, вот на Луну его закинь. Ну, знаете что, но нельзя ставить на земле эту плоть. Вместе с духом и плоть туда же. Я в церковь, и она в церковь. Я на рынок, и она на рынок. И свои требования везде диктует. Она не стесняется в церкви свои требования диктовать, правда?
Да на любом месте она остается, знаете что, ну, довольно-таки надежный союзник для дьявола. Она всегда на его стороне, всегда. Если уже ее придавить хорошо, она молчит. Чуть-чуть свободу, и она тут же выскажет свое. И никогда не меняет своей натуры, да? Хотя, в общем-то, это не совсем так. Когда мы видим эти корни, и мы их удаляем из нашей плоти, наши желания, то она меняется. Но очень не хочет меняться, вы, наверное, это знаете. Ей очень нравится жить на земле. И мы это наблюдаем. Ну, потому что, с одной стороны, Господь нас поселил на земле. И мы никогда на небе еще не жили. Мы только верой немножко воспринимаем. И кажется, тут все родное, а там кто его знает, что там будет? Говорят, хорошо, но говорят, ну лучше я здесь поживу, там уже как-нибудь. Хорошего всегда хватит, а вот кто его знает, какое там будет? И поэтому нам трудно очень, тяжело в этой плоти быть. Но если мы уже, вот так вот, живя по-соседски десятилетиями, научимся ее ограничивать, то уже можно и в Царство Небесное пускать. Потому что все-таки, ну, это не так-то просто для нас сегодня на земле отказывать ей. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, 50 стих, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Что имеет в виду апостол Павел? Что вот это наше тело, в котором мы теперь живем, у него никаких шансов нет на то жить в Царстве Небесном. Однозначно, без всякого разговора. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вот апостол Павел говорит о том событии, которое будет в жизни людей для той части Церкви Христовой, для спасенных. Мы их можем видеть под пятью мудрыми, что произойдет одно событие, которого никогда еще не было. Впрочем, оно было, но оно было в отношении только Иисуса Христа. И то Он умер. Иисуса Христа тело не изменилось без смерти. А вот здесь одно такое явление, которое никогда еще не было, что люди не умрут, спасенные, которых застанет пришествие Иисуса Христа в живых, они просто изменятся. Пусть это тело смертное облечется в бессмертие. Смотрите, здесь написано очень хорошо и четко. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Что такое умрем? Это означает разделение духа с телом. Тело станет мертвым. То вот для тех христиан, которые будут ходить во спасение, и которых застанет пришествие Христа в живых, они не умрут, а просто изменятся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Смотрите, мертвые воскреснут. Это спасенные люди всех веков. И не только вот этот текст говорит о том, что мертвые воскреснут. Вы помните книгу пророка Исаии, где написано, что земля извергнет мертвецов. Помните это место Писания? А вы помните, Иов говорил об этом, говорит, знаю, человек ляжет и не встанет, и до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Вот эти большие люди Библии, несмотря на периоды истории, в которой они жили, они вот это знали, они знали. Может быть, не говорили так вот открытым текстом, но знали, и Дух Святой, может, они и сами иногда не знали, когда пророчески говорили об этом. Но вы найдете не одно место Писания. Вы помните Даниила,
И многие из спящих во прахе земли пробудятся. Одни для вечной жизни, а другие на что? На вечное поругание и посрамление. Вот как раз то, что сегодня не хочет принимать мир, не хочет поверить. Потому что если поверить этому, надо что-то делать. Поэтому очень удобно отвергать все это. Но если бы отвержением этой истины можно было поменять что-то, вот я не верю, да и не будет со мной так. А? Но вот тут как раз-то и мы своей верой такой ничего не сделаем. Есть определение Божие, есть истины Божии. Верим мы или не верим, какая разница? Но всем придется воскреснуть, только в разное время. Вы же, наверное, знаете, что не только святые воскреснут, но будет второе воскрешение, воскрешение осуждения. И тоже люди воскреснут, чтобы были ввержены в озеро огненное, где будет плач и скрежет зубов. И Павел говорит, еще раз читаю, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Потому что может быть смертным? Смертным является тело. Дух, в полном смысле слова, не имеет конца, его уничтожить нельзя. Сегодня есть некоторые деноминации, которые так проповедуют, что дух будет уничтожен, но он никогда не будет уничтожен. Духи не уничтожаются. Хотя они сотворенные, потому что кто не сотворен, так это Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Все остальное – это творение. Но оно сотворено бессмертным. И только Бог для нас, жителей земли, позволил умирать для того, чтобы понести возмездие за грехи, а после жить вечно. Потому что возмездие за грех – смерть. И это тоже была мудрость Божия. Но на что я хочу здесь обратить внимание, на очень важный элемент или аспект нашего разбора, вот это местописание говорит о восхищении Церкви. И о тех признаках, по которым Библии надо искать места, где говорится о восхищении Церкви. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, не при снятии печати, не при излиянии чаш гнева. А я думаю, что никто из вас не сомневается, что здесь написано о воскрешении мертвых и восхищении Церкви. Потому что здесь даны все элементы этого явления. То есть мертвые воскресают, живые изменятся. И будет взято встречение Господу на облаках. И здесь указано именно при последней трубе. Знаете, вот кровиняна есть семь труб. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. И здесь как раз написано, что при последней трубе. Когда мы будем читать послание к Фессалоникийцам, там еще один текст Писания, потому что есть такой принцип, мы никогда не базируемся на одном тексте Писания. Потом есть еще один текст Писания. При гласе Архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба. И опять, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшись живых, изменимся и будем взяты в встречу Господа на облаках, и так всегда с Господом будем. И так утешайте друга сими словами. Это еще одно место Писания. И опять присутствуют все элементы, которые указывают на восхищение Церкви. Мертвые воскреснут, живые изменятся. Но послание к Фессалоникийцам Павел не сказал при какой трубе, сказал при гласе Архангела и трубе Божией. А здесь написано при последней трубе. Сегодня, когда рассуждают об этих явлениях, о скорби и так далее, то
то говорят о том, что последняя труба для церкви не седьмая. Вы поняли меня, о чем я говорю? Во-первых, здесь вообще речь идет об общем числе этих труб, при последней. Второе, на что я хочу обратить внимание, вот для того, чтобы мы не блуждали, есть прообразы. Вы помните, есть две личности, которые были взяты живыми на небо. Вы помните, кто это был? Это был Енох и Илья. Это как раз является прообразами той части церкви, которых пришествие Христа застанет в живых. И об Енохе написано. Енох был взят живым на небо, помните? Угодил Богу, Бог взял его. И он был седьмой от Адама. Потому что вот эти трубы, они периоды разграничивают. Трубит труба, начинается действие. Енох был седьмой от Адама. Если считать Адама первым, то получается Адам, Шиф, Енос, Каинан, Малеил, Иорет, Енох. Ну, кажется, я всех, потому что, может, кого-нибудь и пропустил. Но вы по родословной прочитайте. Это как раз тот Енох. Жил на земле 365 лет. А 365 лет – это короткий год. А время спасения в Библии названо летом Господним или годом юбилейным. Помните, там сносочка есть? Год составляет 365 или 366 дней. Почему 365 здесь? Потому что написано, ради избранных сократятся те дни. Вы помните это место Писания? Потому что если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Если вы возьмете время Ильи, он тоже был взят живым на небо. Но вы там найдете одну такую деталь. Там очень интересно эти места Писания. Но там написано, что во время Ильи 3,5 года не было дождя на земле. Илья скрывался от Ахава и Езавели. Помните, всех пророков убивали. 3,5 года, или 42 месяца, или 1260 дней, или до времени, времен и полувремени. Это различными словами назван один и тот же период времени 3,5 года. Это время скорби. Поэтому, если мы читаем при пятой трубе «Горы, горы, горы, живущим на земле», от остальных трех голосов ангел, которые будут трубить, и так далее. Я не буду цитировать, я могу процитировать на память, но просто вы дома прочитаете. И там написано, что, говорю, все дни люди будут искать смерти, не найдут ее. Помните? Вот без всякого сомнения, что это время великой скорби, пятая труба. Поэтому вы нигде не найдете, чтобы было написано хотя бы намеком, что пришествие Христа или взятие церкви при четвертой трубе. Даже намека нет. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня были внимательны. Вы знаете, почему я на это обратил внимание? Потому что здесь Павел вообще-то все внимание обращает на воскрешение мертвых. Но второстепенный вопрос, но очень важный, он говорит о том, когда оно будет, само это явление, при какой трубе. И мы часто обращаем внимание на первостепенный вопрос, над которым рассуждаем, но не обращаем внимание на второстепенный, а он очень важный. Поэтому очень важно быть внимательным. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смотрите, вот на это надо обратить внимание. На сегодняшний день нельзя еще сказать «поглощена смерть победой», потому что мы умираем.
И сегодня все спасенные во Христе души находятся в раю в ожидании воскрешения, а их тела находятся в тлении, в смерти. И потому сегодня сказать, что поглощена смерть победою, нельзя, потому что дьявол имеет власть над нашим телом. Кажется, для нас, и, наверное, для тех, кто сегодня ушел в вечность, кто с этим телом рассчитался, им и там, и так хорошо. Но, тем не менее, они не могут сказать, что все уже нормально, потому что тела не получили. Конечно, я сегодня не могу понять чувств, которые они испытывают без тела, но все-таки, наверное, испытывают что-то. Потому что есть свидетельство тех, кто вернулся оттуда, а врат они очень ожидают пришествия и тело получить. Это для них что-то очень важное. Но сегодня мне и вам понять это практически даже не стоит и пытаться понять эти вещи. Потому что мы никогда вообще без тела не жили. Мы вообще не понимаем, как это можно жить без тела. Но знаем свидетельство, что люди свидетельствуют, когда выходили из тела, как было хорошо. А вообще сами-то мы этого не можем представить. Что это значит? Но Писание говорит, что все-таки очень большое значение будет иметь вот эта победа, воскрешение тела. Тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? На сегодняшний день пока еще целая масса холмиков на земле. Это победа. И вы знаете, когда дьявол не может заставить человека замолчать или проповедовать о Христе, или делать какое-то другое дело, то вы знаете, что он пытается сделать? Убрать его с земли, убить. Конечно, для него это уже поражение. Для него победа, когда он человека заставит отречься от Христа. Это победа. Но он не гнушается и такой победы. Если не хочешь молчать, я тебя вообще с земли уберу. И это часто ему удается. Или люди не бодрствуют, или действительно уже пришло время то засвидетельствовать верность Христу смертью. Это уже другой вопрос. Но придет время, когда он и этой радости иметь не будет. Хотя вообще-то христианин, умерший в Боге, это победитель. Это победитель, он же ничего не сделает больше. Жало же смерти – грех. А сила греха – закон. Вот это очень важный стих. Впрочем, если я буду говорить на эту тему, то я ничего нового вам уже не скажу. Но просто сегодня еще раз напомню, что жало смерти – грех. Говорит, вкусишь от этого дерева, и что будет? Смертью умрешь. Потому что возмездие за грех что? Смерть. Ева с Адамом кусили и стали умирать медленно, но верно. Умирал Адам 930 лет, но все равно умер. Долго умирал, но умер. Правда, не написано, сколько Ева прожила. Адам 930 лет прожил и умер все равно. Потому что жало смерти – грех, а он сделал грех. Кусил от дерева познания добра и зла. А сила греха – что? Закон. Потому что грех – это, по сути дела, нарушение закона, нарушение заповедей Божьих. Вот сила греха. Помните, Павел говорит, доброе сделалось мне смертоносным. Почему? Потому что, ага, Бог сказал, не вкушай, а дьявол это слышал. Угу. Значит, что надо сделать, чтобы ввести в грех? Надо, чтобы Адам с Евой вкусили. Это ж очень просто. Это ж очень просто все. Потому сила греха — это заповеди Божьи или закон. Дьявол знает законы жизни, поэтому знает, от чего отталкивает, чтобы нарушил их.
Если Бог сказал «не убивай», то что надо сделать с человеком, чтобы он убивал? Он отталкивается от закона. Жалуже смерти грех, а сила греха – закон. Конечно, мы не только имеем в виду закон Моисеев, мы имеем в виду законы жизни. Законы жизни, которые заложены в человеке. И дьявол использовал закон, а Бог разрешил людям питаться, правда? Это был закон. Это была заповедь, написанная в сердце, в чувствах человека. А вот будете питаться, будете есть, для того, чтобы поддерживать свою жизнь. И дьявол оттолкнулся от этого и взял сильное желание, создал есть. И Ева не выдержала через глаза. Показал, какое приятное дерево. И Писание говорит, что Ева не выдержала. Настолько стало невыносимо, захотелось съесть этот плод, прекрасный, хороший и так далее. Она протянула руку и съела этот плод. То есть через глаза этот демонический дух проник в то место, где желание есть формировалось, и усилил его. И оно стало приятно для глаз, помните выражение, и вожделенно. А вожделенно, это значит, настолько сильное тяготение, невыносимо, обязательно надо сделать. Называется вожделение. Вот почему грех называется похотением. Помните? Говорит, и грех есть что? Похотение. Я просто цитирую текст Писания. Что такое похотение? Корень хотение, а похотение – это хотение сверххотение. Одно хотение наложено на другое. И это уже греховное желание называется. Не естественно нормальное, а очень сильное, которое преодолеть трудно. Вот так образуется грех. И здесь апостол Павел еще раз не преминул напомнить. Жалуже смерти – грех. А сила греха – закон. И Бог должен был дать закон. Почему? Потому что эти законы жизни все равно действовали. Я не веду закон Моисеев. Чтобы жить, надо было выполнять определенные законы. А когда человек не знает этих законов, то очень легко его сбить с пути. Приходит желание, и пожалуйста. Поэтому вот то, что Бог написал закон, это не значит, что он тогда и дан был. Я не веду закон Моисея, поймите меня правильно. А вот законы жизни, духовные законы другие, они уже были вложены в человека. Чтобы жить, надо было подчиняться Богу. Чтобы жить, надо было есть. Чтобы жить, надо было пить. Они все равно были заложены. И когда человек, уже дьявол помрачил разум ему, то Бог вынужден был написать этот закон, чтобы человек мог ориентироваться и жить. 57 стих. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. То есть Павел указал на силу греха, указал на силу смерти. И если бы не спасение во Христе, то сам человек ни один не мог бы спастись. Поэтому здесь Павел, говоря вот об этих очень важных явлениях, смерти, воскрешении, сении, жатве, напоминание, как сильно вот это тление действует, во плоти грех действует, он благодарит Бога за то, что он даровал нам победу в Иисусе Христе. В чем она заключалась? Вы, наверное, все можете ответить. Взял на себя наши грехи и понес наши болезни. Одно дело, когда мы совершили какой-то грех, и на нас лежит вина. Вы вообще испытывали это. Как тяжело жить тогда? Люди не знают, никто не знает. Сам только человек знает. И он не знает, как это перенести. То когда мы приходим ко Христу, прощение, Бог снимает, и мы опять идем свободно.
Уже ж по-другому можно мыслить, по-другому жить. И тем более, что если кровь тельцов и козлов, по закону Моисеева, это уже были прообразы, указывающие на Христа и на кровь Его. Эта кровь тельцов и козлов не уничтожала греха, она просто снимала. И то людям было уже легко. Но кровь Христа уничтожает грех. И в этом большая разница. Сделали мы что-то нечаянно. Вчера ли, сегодня ли. И мы знаем, что более чем 2000 лет назад Христос умер за этот грех. Мы приходим. Господи, прости меня за то, что я сделал. Омой меня в Твоей крови. И все. И грех уничтожен. Его нету. Даровал нам победу Господом Иисусом Христом. Никто из людей не мог взять на себя грехи, потому что он сам грешник. А грех на себя может взять только тот, кто сам святой, на ком нет его. И Иисус Христос это сделал. И потому сегодняшний день, я просто коротенько еще раз напоминаю, раз мы коснулись этого текста, этого стиха, то я просто немного и обращаю внимание на это. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Посмотрите, на что Павел обратил внимание. Он не просто имел в виду, что вот вы ходите в собрании, слушайте, пойте. Это тоже имеет место. Но он обращает внимание на труд. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы и всегда преуспевайте в деле Господнем. Вот скажите, мы много думаем о деле Господнем? Вы мне не отвечаете, я вам не буду. Я просто, вы лишь сами у себя спросите. Вот о чем мы думаем? Об делах наших земных, о проблемах? Или хотим преуспевать в деле Господнем? Я просто хочу сказать, если бы мы имели желание и стремились преуспевать в деле Господнем, то Бог более восполнил бы и все наши недостатки, которых мы сегодня нуждаемся. Но если мы не думаем о том, чтобы преуспевать в деле Господнем, ну то и живем, сводя концы с концами. Хотя, в общем-то, Павел тоже не всегда в роскоши жил. Но это было дело труда. Попадал в различные обстоятельства, в различных трудностях был. Ну и Бог его учил жить. Наоборот, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, помните? Оказывается, в изобилии тоже надо уметь жить. Потому что можно не жить, а вообще по-другому можно назвать жизнь, которую люди ведут, когда не знают, куда деньги девать. Хотя среди нас, наверное, таких и нету. Но вообще-то на земле есть такие люди, которые не знают, куда их деть. И они вообще занимаются обычаем. Знаете, что миллионные состояния кошкам завещают, водят их по ресторанам, бабушка, дедушка, кошечку в манишке катают по тротуару. Ну, знаете что? Но не знаю, как это можно назвать, но знаю одно, не умеют жить в роскоши. Если поселить в Беларуси и на картошку посадить, то, наверное, своих собачек не катали бы. Но вот я просто пример привел. Павел говорит, умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Но нам кажется, жить в скудости, это надо уметь. А уже в изобилии, то кто не умеет? Оказывается, не умеют люди жить. Не умеют люди жить и в изобилии. Поэтому апостол Павел всегда как-то направляет разум человека на конкретные точки приложения своей деятельности. И в данном случае говорит, что всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Мы иногда, конечно, сравниваем свой труд с чьим-то, и делаем мы свою оценку. А мы говорим, вот
Ну, там у того-то то труд, а у меня? Что у меня за труд? А в самом деле, вы знаете, что, друзья, кто его знает, как там в вечности будет, что оцениваться? Поглядел Христос на ту женщину, которая там положила дневное пропитание. Говорит, многие клали много. И ученики говорили, смотри, говорит, какие вклады, драгоценности. И, наверное, может, даже знали, кто где что положил драгоценное. А Христос сказал, вот эта бедная вдова больше всех положила. Она положила все свое дневное пропитание. У меня больше ничего не было. И правда, кто из нас положил все свое дневное пропитание когда? Вот и вообще ничего не было. Особенно, когда люди не знают, как сорить деньгами. Я, помните, когда-то говорил, что в свое время в Минске учились с Африки студенты, они не знали, куда деньги девать. Они ездили в Киев на обед, на самолете летали, а потом где-нибудь в Литву ездили прически делать и так далее. Они не знали, куда деньги деть. И я думаю, что вот в этом смысле слова, если бы они были христианами, они положили бы все свое дневное пропитание куда-то там, пожертвование. Она говорит, все, что имела, положила. Может, голодная осталась, но... Мы, наверное, ни разу не ложили так, чтобы голодными остаться, да? Но не было такого. Вот пришли, нечего положить в церкви. А, поголодаю день, но положу. А, да нет, ничего подобного. Это они там не понимали ничего в то время. Были забитые темные. А мы что понимаем? Мы сегодня так не сделаем. Чтобы остаться голодным, а в церковь отдать, нет. Вот тогда и получается иногда, что бываем голодные. Потому что не сделали то, что должны были сделать. Читаю 16 главу. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не сделать сбору, когда я приду. Вот мы часто вот это место Писания употребляем и прилагаем его к нашим пожертвованиям добровольным церкви. Но здесь не об этом идет речь. Это не наши пожертвования добровольные. Собирали, что Павел придет и заберет для другой церкви. А то, что они тогда делали, это была десятина. Это самый минимум, который был. А вот то, что здесь написано, слушайте, еще раз читаю. Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Мне была договоренность помочь там братьям, которые... И он говорит, то, что в вашей церкви, это в вашей церкви. И я беру другую сторону. Мы сегодня, когда понимаем вот так еще, то мы даже десятину не даем из того, что положено. Что было положено для плотских людей. Вы знаете, что было плотским людям установлено? Во время закона. Сегодня мы так и вот понимаем, что вот собираю сколько смогу, а что смогу? Я вообще ничего не могу. Концы с концами свести не могу, какое могу. То и проедаю свое, и проедаю Божие. Ну так получается. Вы понимаете, что? Сегодня мы, допустим, смотрим государственное устройство. И, как бы там ни было, как бы ни было честно в государстве, но стараются пенсию все равно платить, правда? Есть, нету. Может, ее нерегулярно где-то, может, ее половину. Но хорошо понимаю, что если, ну, нет у нас, бедная страна, но все равно людям надо отдать, правда? Мы же так не думаем. Или очень мало думаем. Вот то, что, Господи, останется, это будет тебе. Дашь больше, больше останется тебе. А то и совсем не дадим, откуда возьмем?
Вот и вся причина, почему Бог не благословляет. Мы молимся, я часто говорю, утром, что, Господи, благослови меня, да? Мы ж не собираемся работать для Бога. Работа для Бога это что? Ну как-то успеть до собрания прибежать тут, хотя бы хоть на собрание опоздать. Какая уже тут работа? Хотя бы немножко проспаться, потому что работа заглушает. И мы молимся, Господи, я сегодня намерен работать для Тебя, для себя. И, пожалуйста, и Ты давай для меня, давай вместе на меня поработаем. Так же получается. Если посмотреть в корень проблемы, так оно и получается. И если оно так получается, то Бог и не может благословлять. Ну, хочешь для себя работать, то работай. Ты ж не думаешь о том, чтобы то, что мне положено отдать, хотя бы по минимуму. И так оно и получается. Никогда ничего не хватает. Потому что и свое съедаем, и Божье съедаем. И никогда и не будет, если, допустим, не изменится отношение. Я думаю, вы сами наблюдали в своей жизни. Может быть, когда-то у кого-то и не совсем так все совпало. Но когда вы работали для Господа, то Господь заботился о вас. Уезжали, бывало, и больные были дети, наверное, но надо было. Помолились и уехали. А что делать? И Бог отвечал. А бывало, когда были дома и молились, по 2 недели болели и дети, и сами, правда? Я не имею в виду, что были дома, ничего для Бога не делали, но как пример. Поэтому все-таки, когда апостол Павел говорил вот на эту тему здесь, то он правильно подметил. Не забывайте преуспевать в деле Господнем. И тогда все будет идти по-другому. Но если только заниматься собой, то оно и будет так. Потому что нет причины для благословения. А то, что, допустим, детей растить надо, это само собой. И когда-то Христос говорил не один раз, повторял. Говорит, если вы любите любящих вас, то какая, говорит, вам награда? Язычники то же самое делают. Если, говорит, заботитесь о своих семьях, то что вы особенного делаете? Язычники об этом заботятся. Но ваш же потолок немножко выше. Поэтому я хотел бы, чтобы Господь благословил и наш разум, наше мышление. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Вот, оказывается, кому Павел собирал, для бедных в Иерусалиме. И это не было, так сказать, распорядком для повседневной жизни церкви. Там, знаете, первое время, правда, это все распалось. Вы помните, там даже что-то для нас неудобно вразумительное было. Каялись, продавали имение, ложили к ногам апостолов. Ну, конечно же. Наверное, не устояло все это, потому что все-таки очень трудно. Но вот преданность была какая. Вот настолько сердце было расположено, что они вообще... Я помню, некто свидетельствовал из американцев, бизнесмен, сегодня говорят, который... И когда он, значит, какое-то дело там у него было, то он сказал, Господи, говорит, а как вот я тебе буду десятину отдавать? Мне хватит 10, я тебе 9 отдам. Зачем мне, говорит, 9 десятых? Где-то, наверное, 3 года назад было свидетельство. Он и до этого времени так делает. Мне, говорит, хватает полной десятины. А зачем оно мне больше? И Бог благословляет. Потому что видит его жертвенность. Поэтому, оказывается, от нашей жертвенности в отношении служения Богу очень много зависит. Хорошо, добрый и верный раб. Помните место Писания? В малом ты был верен, над многим тебя поставлю.
И еще одна характеристика. Лукавый раб и что? И ленивый. Ты знал волю господина своего? Ты знал, что я человек жестокий, а он так сказал. Собираешь, где не рассыпал, жнешь, где не сеял, говорит, и ты, говорит, знал, что я даже жну там, где не сеял, то неужели ты не мог сообразить, что если посеял, то спрошу тем более. И ты, говорит, не пустил серебра в оборот. Лукавый раб и ленивый. Вот две характеристики. Поэтому сегодня, когда мы слушаем Слово Божие, мы вполне можем определиться, кто мы сегодня. Вот что сегодня Господь сказал бы обо мне, о вас. Хорошо, добрый и верный раб. Или лукавый раб и ленивый. А вы знаете, если бы он сегодня вот пришел именно с этой темы, он обязательно сказал бы одно из двух. И вот на ваш взгляд, о вас, что он сказал бы? Опять-таки, это не для меня ответ. Но иногда просто, я думаю, очень важно, чтобы знать, что Господь о нас думает. То, что люди думают, это одно. То, что мы думаем, это другое. А вот что Бог думает, это, наверное, самое важное и главное. И если бы мы вот так проверяли себя, то, наверное, на сегодняшний день все было бы по-другому. Но мы об этом не думаем. Согласитесь, что в голову не приходит. А что ж Бог обо мне думает? Вот что Вася обо мне думает, вот это надо знать. Или там Таня что думает? Это очень... А что Бог думает? Хай думает. Хай думает там, что он думает. Может, когда-нибудь скажет что? Вот это наша проблема, что мы очень редко себя проверяем. Очень редко спрашиваем: Господи, ну скажи мне, как ты меня сегодня видишь? И в своих глазах можно быть и неплохим довольно. Но, к сожалению, встречаем в Писании, Бог часто обратное говорит. Ты говоришь, помните это место Писания? Разбогател, ни в чем не имея нужды, а не зная, что там обратное все. Поэтому пусть Господь нас благословит, пусть Господь даст нам милость. Когда же приду? То которых вы изберете, тех отправлюсь письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. И если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Вот как Павел не хотел себе что-нибудь прописать. Ваше подаяние, я вам эту идею предложил, подсказал, но это ваше, и вы сами занесите. Но если посчитаете нужным, что и мне прилично, то и я с вами пойду. Но если решите, что сами пойдете, идите и несите. Я тогда не пойду с вами. Если это покажется неприличным. Павел вообще, он в этом отношении всегда очень тонко рассматривал эти вопросы. Никогда не хотел где-то подорвать авторитет Божий или свой авторитет как служителя. Но наше время уже уходит. Пожалуйста, братья, там у тебя записочки есть. Пожалуйста, прочитай записочки, будем молиться.